Представляю вашему вниманию многофункциональное устройство струйной печати Epson модели SX230. Максимальное разрешение печати составляет 5760 на 1440, а максимальное разрешение сканирования 1200 на 2400. Минимальная и максимальная плотность бумаги составляет от 64 до 300 грамм на метр квадратный. Скорость печати черно-белого А4 составляет около 30 страниц за минуту, а цветного А4 – около 15 страниц за минуту. Скорость печати цветной фотографии 10 на 15 сантиметров – около 72 секунд. Также возможно печать с карт памяти. Принтер поддерживает такие карты памяти, как Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, MMC, SD и XD Picture. Также МФУ имеет ЖК-монитор диагональю 3,6 см. ЖК-дисплей обладает такими функциями, как просмотр, выбор фотографий, управление устройством. Интерфейс подключения USB 2.0, а потребляемая мощность при работе 13 Вт. Вес составляет чуть более 4 кг. В комплект входит стартовый комплект картриджей, USB кабель, адаптер питания, инструкция, программное обеспечение на CD-диске, а также гарантийный талон. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.